Итак, бой, в котором встречается индийский боец. Боец муай-тай и боец смешанного стиля. В поединках ММА выступал. Черная мамба. Индия, казалось бы, такая страна песен, танцев, добродушных людей. А давние бойцовские традиции существуют в Индии. И очень удивительные, настолько самобытные виды борьбы существуют в Индии. Ударные техники. И все это свое индийское. Ни на что не похоже. Ну а Блэк Мамба нам известен. Попадался он и не раз в объектив телекамеры Евроспорта. А соперником Черной Мамбы будет не кто-нибудь, а Буакав Порпрамук. Вот он, чемпион стадиона Омной. Чемпион знаменитого турнира Toyota. Чемпион Таиланда. Весе пера. Там огромное количество бойцов в этом, казалось бы, маленьком Таиланде. Но боксеров там как звезд на небе. Но Буакав Порпрамук — самая яркая звезда. Так вот, на Олимпиаде он был серебряным призером. Так что отметился он настолько четко в Таиланде, что вполне естественно он оказался на ринге K1 и дважды становился чемпионом мира, победителем финального турнира K1 World Max в 2004-2006 годах. И его портрет украшает галерею чемпионов величайших средневесов. В 2005 году он вышел в финал. Ну вот сейчас есть возможность у него доказать, что несколько поражений, ну, одно из них от Масато, еще одно от Йошихиро Сато, это досадные, очень, конечно, неприятные, но все же недоразумения. А так Буакав Порпрамук уступал лишь Энди Сойеру и Альберту Краусу. Вот. Вот кто мог выиграть у Порпрамука. Кстати, вот и чемпионы слева. Ну а сейчас высокий, 1,83 м, и весит почти 70, без 100 граммов. Блэк Мамба, кстати, одна из самых опасных и самых ядовитых змей. Черная мамба. Ну, она сама не черная, у нее пасть черная. Быстрая, сильная. И яд неимоверно токсичен. И если у вас нет аптечки под рукой специальной, то лучше не встречаться с этими существами. Но Буакав Порпрамук готов и не к таким сюрпризам. В красных трусах Блэк Мамба. Индия в белых трусах. Буакав Порпрамук. Таиланд. Родина муай-тай. Практически по правилам муай-тай проходят поединки K1. Очень длиннорукий мамба. Не спешит Порпрамук, а именно так и начинают тайцы
спокойненько. Да, здесь не звучит музыка. Казалось бы, удар в ногу должен быть, а нет. Прихватил ногу, а ударил в голову левой рукой. Пропустил удар ниже пояса, не шелохнулся. Литые, граненые тела бойцов муай-тай. А вот сейчас включил ногу. Пропромок. Буакав, любимец публики. В Японии его боготворят. И многие очень популярны в Японии. Сумоисты, дзюдоисты. И, конечно же, те, кто выступает на рингах K1 и в боях смешанного стиля. Наш Федор Емельяненко. Не забудем о его подвигах. Японцы просто умеют искренне радоваться, по-настоящему. Немного это по-детски, но разве мы жалеем о том, что мы были детьми когда-то? Все мы хотим вернуться в это чудесное время, а вот Black Mamba, похоже, впал в детство, и не без помощи этой суровой нянюшки. Буакав Пропромук укачал его, убаюкал. Но нет, не хочет спать Black Mamba. Пропромук выходит на среднюю дистанцию и здесь начинает вот в этой мясорубке скрутки делает на раз. Это фирменный знак муай-тай. В перчатках, которые просто прилипают к сопернику. И благодаря вот этим... Ух, сейчас было опасно. Мам... Печать поставил. Штемпель. Гашеная марка просто получилась. Понял Mamba, что произошло. И оценил. Досадно, обидно, но ладно. Уж больно хорош соперник. А зовут этого победителя Буакав Пропромук. Таиланд. Самая величайшая страна в мире единоборств. И имеется в виду муай-тай, конечно. Но какой заводной этот индус. Все, что нам нужно, это любовь. Пел Джон Леннон и Джордж Харрисон, Ринго Стар. Они в свое время увлекались индийскими традициями. И Харрисон даже играл на ситаре. И вот как раз вот эта идея всеобщей любви, которая правит этим миром, она доминирует в Индии. Но несмотря на это, я уже вам говорил, есть там бойцы, есть там свои добрые традиции, которые, однако, не помогли боксеру в красных трусах противостоять тайскому кулаку. Пока в Пропромок с возвращением.